Чтобы поставить ваш автомобиль на учет, надо знать, где находятся два ВИН-номера вашего автомобиля. Основных. То есть первый ВИН-номер, наклеенный на кузове, располагается на правой стойке внизу, а второй ВИН-номер, выбитый на кузове, располагается под ногами переднего пассажира. Гарантия на Каванго составляет 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Но если вы эксплуатируете как физическое лицо, если вы как юридическое, коммерческое лицо, используете его в коммерческих целях, то 3 года или 150 тысяч километров пробега. Но вы должны понимать, что это гарантия на основные узлы и агрегаты. То есть есть элементы автомобиля, например, аккумуляторная батарея. На нее гарантия будет 12 месяцев или 20 тысяч километров пробега, что наступит раньше. И гарантия на отсутствие появления сквозной коррозии, также 5 лет или 150 тысяч километров пробега. ТО нулевое нужно пройти спустя 3 месяца или 3000 километров после покупки. Ну и дальше ТО нужно проходить будет раз в год или раз в 10 тысяч километров пробега. ТО нужно проходить только у официального дилера для того, чтобы у вас сохранялась гарантия. Перепробег доступен, и он составляет 1000 километров или 2 месяца. То есть также, что наступит раньше. Если вы приедете позже уже этих сроков, то вам могут отказать в гарантии, если вдруг появится какая-либо сложность. Так что будьте внимательны. Ну и с учетом того, что на этот автомобиль официальные поставки, никакие там не параллельные, на автомобиль действует поддержка на дороге. Итак, условия программы Geely Assist. Она действует год после покупки. Действует для всех автомобилей на территории России. Значит, у вас действует информационная поддержка, техническая консультация по телефону, техническая помощь на месте поломки, эвакуация на расстоянии в пределах 200 км от границ города, в котором располагается дилерский центр, эвакуация в случае ДТП, подменный автомобиль на время ремонта на срок до 5 дней, такси от места доставки автомобиля и ответственное хранение. То есть это все включено в помощь на дорогах. На новый автомобиль нужно пройти обкатку. Она осуществляется в течение первых 1000 километров пробега. Перед поездкой проверьте уровень масла в двигателе и охлаждающую жидкость и топливо. Не допускайте резкого ускорения, трогания с места при полностью нажатой педали акселератора. Обороты двигателя не должны превышать 3000 оборотов. Избегайте резкого торможения и ускорения в течение первых 300 км. Своевременно переключайте передачи для исключения перегрузки двигателя. Не допускайте движения при слишком малых оборотах двигателя. Чтобы запустить двигатель дистанционным способом, вам нужно на ключе два раза нажать закрытие и после удерживать кнопку запуска двигателя. Чтобы заглушить, вам нужно просто нажать и удерживать кнопку запуска двигателя. Если перевозите ребенка спиной по ходу движения на переднем пассажирском кресле, необходимо отключить переднюю подушку безопасности. На Каванго передняя подушка не отключается, по этой причине перевозить здесь ребенка спиной по ходу движения нельзя. Если у вашего автомобиля сел аккумулятор, в этот момент двери были открыты, или вы их случайно открыли, когда был севший аккумулятор, чтобы закрыть двери, во всех трех дверях, кроме двери водителя, есть специальный переключатель, он располагается в замке. То есть вы берете или отвертку, или механический элемент ключа и тянете переключатель вниз. Все, теперь вы можете захлопывать дверь, открыть ее снаружи будет нельзя. Дверь можно будет открыть только или из салона, потянув за ручку, ну или с помощью ключа, когда вы зарядите свой аккумулятор. Если вы перевозите ребенка на втором ряду сидений, мы рекомендуем вам включить детский замок, который не позволит ребенку открыть дверь изнутри. Чтобы его активировать, вам нужно взять или отвертку, или механический элемент ключа. И с боковой стороны в двери есть переключатель. Вам нужно просто по часовой стрелке повернуть его, и все, дальше вы можете захлопывать дверь, открыть ее из салона будет нельзя. Ее можно будет открыть только снаружи. Но если не перевозите больше ребенка на втором ряду сидений, то переведите переключатель вновь в исходное положение. Итак, чтобы отрегулировать высоту поднятия крышки багажника, два способа для этого существуют. Первый способ
банальный. Заходите в мультимедийную систему, выбираете одно из трех положений. Второе — это вы открываете крышку багажника, останавливаете ее на той высоте, выше которой вы не хотите, чтобы она поднималась. Дальше нажимаете на кнопку и фиксируете нужную высоту. Да, фары сейчас начнут, вот, прозвучал звуковой сигнал, все, теперь крышка багажника не будет открываться выше установленной высоты. Но если вам нужно вернуть крышку багажника в исходное, в нужное для вас положение, то вы, следовательно, берете и регулируете ее физическим способом. Да, то есть, вот в моем случае, поднимаю максимально вверх и также, нажав на кнопку, фиксирую нужную высоту. Габариты багажного отделения. Когда все три ряда сидений подняты, объем багажного отделения 227 литров. При сложных сидениях третьего ряда 628 литров. При сложных сидениях третьего и второго ряда 2360 литров. Ширина проема 109 см, высота 75 см, по диагонали 110 см. Расстояние от пола до потолка 78 см, ширина 121 см, глубина по нижней части 35 см, по верхней части, когда сиденье в максимально вертикальном положении, 32 см, по диагонали 120 см. При сложных сиденьях третьего ряда ширина 103 сантиметра в зоне колесных арок. Глубина по нижней части 110 сантиметров. Глубина по верхней части 90 сантиметров. Да, то есть, как видите, очень небольшой перепад. Это здорово, потому что можно функционально использовать багажное отделение. По диагонали 150 сантиметров. Расстояние от крышки багажника до сложной спинки сидения второго ряда 173 сантиметра. Расстояние от крышки багажника до центрального подлокотника 200 сантиметров. По диагонали 230 сантиметров. Комплект инструментов, который вместе с Эко-Ванго. Он располагается в багажном отделении под фальшполом. Здесь у нас с вами аварийный треугольник, вот такой, в ножнах. Далее, баллонный ключ. Он же еще помогает нам достать малоразмерное запасное колесо. И также он является рычагом. То есть вот у нас здесь такая вот штука, мы вставляем, ну и, следовательно, вот это мы вставляем в домкрат. И пользуемся непосредственно как рычагом, чтобы поднять домкрат. Далее, удлинитель. Мы его сюда будем вставлять потом, чтобы достать малоразмерное запасное колесо. Буксировочный крюк. Щипчики для того, чтобы снять колпачки с колесных болтов. Ну и непосредственно сам домкрат. Итак, чтобы достать малоразмерное запасное колесо, вам вначале нужно взять удлинитель. Вот сюда нужно его вставить. То есть берете, вставляете. Вот. Ну а дальше пользуетесь баллонным ключом. Вот в таком, я так понимаю, формате, то есть вытянутым. Вставляете и начинаете крутить. Да, и начинаете крутить против часовой стрелки. Ну и важный момент. Если вы поставите запасное колесо малоразмерное, то полноразмерное запасное колесо вам нужно будет класть в багажное отделение. То есть, так понимаю, снизу оно не поместится. Все, после того, как опустили малоразмерное запасное колесо, потихонечку его начинаете к себе подтягивать. Еще открутили, еще подтянули. На малоразмерном запасном колесе можно ехать со скоростью не выше 80 км в час. Габариты запасного колеса 125, 80, 17. Чтобы достать вот этот тросик, вы должны внутрь вставить пальцы, аккуратно отогнуть и все. Следовательно, чтобы потом на место его установить, также вот в таком положении просовываете и потом подтягиваете. Чтобы установить буксировочный крюк в передней и в задней части автомобиля, есть специальное отверстие. Оно закрыто крышкой. Чтобы снять крышку, нужно воспользоваться отверткой с плоским наконечником. Но я понял, что, кстати, не обязательно. То есть здесь, видите, разъемчик. Вот сюда нужно будет отвертку вставлять. Ну, я пошел по пути наименьшего или наибольшего сопротивления. Просто так на себя тянете, тоже можно достать. Не обязательно даже пользоваться отверткой. Но единственное но, видите, да, что это не просто какая-то заглушечка, это часть вашей выхлопной системы. Так что очень рекомендую ее терять. Ну а чтобы не терять, сразу отцепите, когда будете буксировать, вот от этой штуки. Да, потому что я думаю, что никому не хочется ее потерять. Вот так, где она сверху у нас?
Вот, все, оно, кстати, очень легко выходит. Очень легко и просто. Все, сняли и убрали. И убрали. После берем буксировочный крюк. Куда-то туда вставляем. Где куда мы вставляем-то? Вон туда, в глубину. Вкручиваем по часовой стрелке. Чтобы вкрутить до упора, воспользуйтесь баллонным ключом. А, он сюда не входит. Ну, так что ничем не сможете воспользоваться. Надо какую-то будет дополнительную палку иметь. Вот, только после того, как вкрутили до упора, тогда уже подсоединяйте буксировочный трос. Для того, чтобы заправить автомобиль, он должен быть открыт. Дальше вы подходите к крючку топливного бака, нажимаете на крайнюю сторону, откручиваете крышку и устанавливаете ее на специально отведенное место. Объем топливного бака 60 литров. Заправлять автомобиль можно бензином, начиная с 95-го октанового числа. Если у вашего автомобиля сел аккумулятор, в этот момент у вас были закрыты двери, чтобы открыть дверь, на двери водителя, вот за этой крышечкой располагается личинка, куда нужно вставить механический элемент ключа. Приоткрываем дверь, дальше ручку вставляем и как рычажочком аккуратненько поднимаем. Все, отцепляем, вставляем ключ и поворачиваем по часовой стрелке. Все, доступ в автомобиль открыт. Ну и также, чтобы закрыть, крышечку на место поставить, просто прикладываете, нажимаете, и все, она на своем месте. Можно ли буксировать жилья Каванга? Да, можно, но нужно соблюсти следующий ряд действий. То есть первично, конечно, перевести коробку передач в нейтральное положение, дистанция, на которой вас могут буксировать, не более 50 км, и скорость, с которой вас могут буксировать, не более 50 км. Чтобы заменить щетки, нам необходимо их перевести в сервисный режим. Для этого мы с вами включаем зажигание, выключаем зажигание и тянем щетки вниз, удерживаем. Все, удерживаем, и щетки переводятся в сервисный режим. Дальше мы их с вами меняем, включаем зажигание, еще раз рычажок, и они переходят в исходное положение.